Всем привет, с вами снова Эпик, и вы, как всегда, на канале Epic Games. Со мной мой друг Тимон, и мы продолжаем играть в шикарную игру Resident Evil 6. Глава Да. Джейк. Да, подглава хрен его знает какая, но нам в подвал. Ё-моё! В предыдущей главе мы встретились со старым другом. Ты задрал. Я опять спрыгнул на Тимон. О, здравствуй. Где? Каратисты. Угу. Ух ты ж, ёжик. Кто такие? Меня что-то не радует, что тут столько ходов. А тебя? Аналогично. Так. Ну, погнали, чё. Открывай дверь. Прекрасно. Хорошо. Ломай. Ломай их полностью. Ой, какие большие двери. Ой, как нам цветы дают. Ой, как клево, как клево. Так, надо что-то выкинуть. Так, что-то надо выкинуть. Надо вот это выкинуть. Она все равно одна. И взять цветочек. Подожди, подожди. Сейчас я сделаю. Прекрасно. Дуракам всегда везет. Нет, везет тем, кто хорошо все смотрит по сторонам. Я хорошо смотрю по сторонам, просто у меня вообще все плохо, поэтому приходится бежать вперед. И сваливать просто. Три кубика у меня. У меня 5 кубиков. И 6 таблеточек. У меня 3 кубика и 5 пилюльков. И одна зеленая травка в инвентаре, но я хочу ее скомбинировать. Поэтому. Да. Ну, или на крайний случай, чтобы мне ее в карман запихать. Поэтому. У тебя с Ленкой была такая же беда, я помню. Да, был дело. Знакомая ситуация, да? Вообще никаких таблеток, ничего нет. По одной таблетке все пихаем, просто идет жрем. Именно, но выживал же. Да, да, хронологично. Хотя ты все равно нас убил. И причем убил несколько раз. Я тебя очень хорошо спасал, когда ты по обрыву полз. Я там всех отстрелял. Но ты все равно нас убивал много раз. Ой, а ты не меньше. То ты примерно столько же. На самолете, вспомним. Там не я убивал, не гони. Там игра была сломана. Да, конечно. У меня есть видеосвидетельство того, что игра была сломана. А у тебя нет видеосвидетельства того, что именно это я сделал. Почему-то я где-то сразу со второго, с третьего сделал. Чё ты сделал? Ну, когда мы на машине ездили. Там было такое. Там чьи ноги ходят такие громкие? Может быть. Наушники, что вы делаете? Ходим. Прекрасно. Короче, если вдруг, записи у нас не будут на диджитале выходить, или там Resident 6 не будет уходить, просто знаете, от меня ушли наушники. Да. Это самая адекватная причина, которую я могу придумать на данный момент. Они пошли встречаться, мои наушники и твои наушники. Прекрасно. Кочен прямо впереди, у устья реки. Прекрасно. Какой реки? Ладно, пошли. Устье реки Кочен. Это рынок? Это плавучий рынок? Ты волнуешься за Симмонса, да? Именно. С тобой все будет в порядке, не беспокойся. Я ж тебя спасу. Слышь, ты давай заигрывать, а? Как увидел, так сразу. Нет. Привет! Молодцы. Так. А, это не ушатанк. Погнали. А, это пилильщик. Да не хочу я! Знакомые перчатки, слушай. Угу. А, да. Ну, именно. Это ты была? Нет. А, это... А, и мы сваливаем. Круто. Она специально высадила, чтобы он мутировал. Чтобы мы свалили, да. Я на катере буду сейчас? Я хочу на катере по... Иди в задницу. Охренеть. Уйдите от преследователей. Офигеть. Плыви, ты издеваешься, что ли? Хрена, мне джойстик-то крутить в разные стороны. Я охреневаю сейчас. Отстреливайся в разные стороны. Почки. Где никогда не кончится, да? Обруливай. Жесть. Оплывай. Че, мы все, нам бежать дальше. Уверен? Да. Ладно.
перепрыгнуть. Фух, это было круто. Мало, но Да круто. ладно, это эта локация, что ли? Здравствуй, Revelations 2 снова. О, опять. Вы Но вернулся стебетесь. такая упорная тварь. Что делать-то? Бежать? Бежим. Пыли. Ты издеваешься? Какое застрелить? Валим просто, валим. Ты что, труп, что ли? Нет. 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 Блин, я не успел. Слушай, трудно его прям это... Так На давай кнопочку ломанемся потреть. просто, пожалуйста, посмотрим, чё к Давай, чему. давай, 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 хорошо, ладно. Надо, во-первых, нажать на ЛТ, посмотреть, что нам напишет. Бежать, типа, что компасом, или же завалить ИБО. Блин. Я на тройку нажимаю, ну, у себя на джойстике, на... Угу. Бля, это помнишь, как этого мы убивали, дрелили? Вот то же самое, надо быстро-быстро-быстро-быстро Да. нажимать. Так, подожди, Я... стоп, я дробаш Подожди, зубы я сейчас возьму. перезаряжусь, у меня не перезаряжено Это дробовик. во-первых, во-вторых, вот это. Подожди, стой, я сделаю вот так. На всякий случай. Че, бомбочка? Именно. Ну, подожди. Аккуратно. Я просто двигаюсь аккуратно, потому что я знаю, что сейчас заскриптуется, он просто вылезет. Так, подожди, стой. Уйдите от преследователя. Так, окей, 37 метров вниз. Здравствуй. Если уведешь его назад, скажи мне, я взорву. Окей? Хорошо. Побежали вперед. Уничтожьте БО. Кто там нас стреляет? Здрасте, приехали. Я упал, у меня сразу агония. Я тоже упал. Тоже Блин, агония? что будет? Я не выживу. Короче, нет, я рано бомбу поставил, очень рано. Я ее сейчас беру просто в зубы. Готовься, что я ее, возможно, придется подорвать и нам нанесется урон. Так что готовься к этому. Ты сначала подарок, потом я. Нет, Если я... я к тому, что если на нас толпа попрет, мне придется подрывать вместе с нами. Да это понятно, но просто если они выживут после твоего взрыва, мне тоже надо будет подорвать. Нет, штука в том, что там птички из них вылупляются. Какие птички? Ну, вот эти вот, которые убиваешь мобов. Сухой. А у меня световых 10 штук. Может, светанем их просто? Давай. Я только за. Отлично. Если 10 штук, то это круто. Так, ломай очки, ну да, там, конечно. Вот где я сейчас стою, в самом конце, там еще один ящик и ваза. Их тоже можно разбить. Хорошо, там готов? Еще там. 3, 2, 1, побегли. Он увернулся, такая упорная тварь. Угу, именно. Слепи. Просто слепи его. И вперед. Там наверх можно залезть просто. По-моему, так. Я до самого конца побежал. Нет, нельзя. Давай. Хреначего. Так, кидаю слеповуху. Может, нам в ту дырку, где он был? Я не знаю, там написано «Уничтожьте БОО». Короче, слепи, я рискну. Сейчас, я упал. Толпучка покойников. Ой-ой-ой. Последняя световая. Нет. О! Есть, я его убил из дробаша. Красавчик. Слушай, трудный, блин, такой. Ну, мы его подорвали просто, стало быстрее. Да, я ослепили. Ну, что там, нам как-то не особо показали, что он сдох. Блин, мне это не нравится. Охренеть. Я, кажется, знаю, куда нам. Я тоже.
Надеюсь, что он не живет. Прекрасно. Побежали, побежали. Знаешь, какой у меня просто замес. Причем такой дикий замес, ты знаешь, у меня... Взрыв. Как, у меня, мама? Короче, кубиков усталости ноль. Мне надо отстояться просто. Иди сюда, иди сюда. Нашел новую лодку. Новую лодку, давай. Прекрасно, поплыли. Спасибо. Пожалуйста. Ты не хочешь? Хочу. Я только что видел в воде какой-то свет. Какой свет? Хороший. Камера, мотор. Знаешь что? Клавомышка в зубы, дробовик в руки. Поплыли, поплыли, поплыли. Надо еще завести, подожди. А даже так? Конечно. Офигеть. Теперь руль. Теперь плывем. Теперь делай, что хочешь. Чего? Куда? Где оно было? Поворачиваем каракатицу нашу. Давай, давай. Блин, это эпично. Слушай, я думал один раз прокатиться только. Слушай, что там под водой? Только не говори, что это карасик. Я не знаю, что это, но оно роняет трубы. Я вон, я тоже... Я с карасиком встречаться второй раз. А ты видел карасика? Ух, я тебе показывал... Я показывал... Я тебе в Revelations показывал, что у меня было. Что это тут летает, а? Я не знаю, мимо... Слушай, оно мне по нам... Страшно. Оно по нам долбануть. Может. В1. Мы сейчас перевернемся, ё-моё, вставай, лечись. Уничтожьте БО. Чё? В смысле? Да. Какое нафиг БОО, ребята? Ну, чё? Взрывай, отойди. Давай, бомби. Ну! Еще раз, отходи. Трупы? Его надо сбить этой фигней, стопудов. Я не успею. Давай, 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 давай. Его собьет, стопудов. Охренеть. Ты можешь сейчас перевернуть. Это, конечно, немножко предсказуемо было, но это было круто. Так, ну вы что-то как-то не показали, что он утонул, я тебе скажу. Что-то я сейчас опять наговорю, вот серьезно. Че это твоя цитата? Что это была за хрень? Не знаю, но кто бы это ни был, они мне жизнь спасли. Ага. Здравствуй, Ада, опять что ли? Так, ладно. Так, перезарядка, делай быстро. Нет времени. КТ. Лучшая водная прогулка со времен Титаника. Здравствуй. Чё? Шарри, Шарри. Я не виноват. Джейк, буду благодарен, если ты... Я не могу перепрыгнуть. А, да. Она тебе поможет, не верю. Ты куда забрала мою Шерри, слышь? Чё случилось-то вообще? Меня что-то кинули и... Тебя Шерри забрала. Меня Шерри забрала? Тебя Ада забрала, спасла с помощью своего гарпуна. А, вот она как. Я просто так что-то... Он что-то махает рукой, и я в воздух улетаю. Я что-то вообще не понял нифига. Чё произошло? Он рукой махает, в воздух улетает. Эй, прощай! Нифига его порубило-то. Его порубило в мясо. Ох ты. Бэтмен. Потому что она Бэтгерл. Воу-воу. Телефон. Алло? Телефона, чук-чук кушать хочет. Такой анекдотик раньше был. Не слышал. Yes. Да? Almost. Немного. Фух. Кушать хочет, да. Сыкотно? Немного. Хорошо, будем как только сможем. Что, босс следит за каждым шагом? Именно. Ну, ему недолго осталось. Ага. Пока, да. Пиш. Что ж, идем. Мухосранск, блин. Сейчас мы тебя втащим, товарищ Мухосранск. Погоди.
Очень Перезарядка. было жестко. Это Перезарядка. было мега жестко. Перезарядка. Ничего не знаю, перезарядка. Так. Если бы у меня не было автомата медведь, я бы тебя сейчас не спас. Если бы у меня был автомат медведь, мне бы, наверное, не понадобилось твое спасение. Побежали. Так, погнали. Давай добежим до следующей контрольной точки, я думаю, И да? да, и закончим, потому что это просто трэш какой-то пошел. Так, там ящик был или мне показалось? Нет, там нету ящиков. Мне показалось, ладно. Мне тоже показалось. Какие-то надписи скрижали. Да Китай же. Это рецепты, слушай. Вот Пайз... яблочный пирог. Не-не-не, а вот это Ролтон. А это макароны. Это знаешь, Ролтон по рецепту бабушки Фроси. Именно. Или так, на китайском. какие там у них бабушки-то, я не знаю. Там. Чин Лин Хуан Бань. Индзинь, блин. Что-то как-то... Трэшево. Да. Очень, очень жестко что-то. Еще а причем... такой поздний вечер за окном. Я сижу просто с выключенным светом в комнате, за шторенными шторами и закрытой дверью. Да, аналогично. Ой, блин. А ты прикинь, если эту игрушку проходить на эксперте, на самом сложном уровне. Стрелаться не любит рукопашные атаки, прекрасно. Это так люди, люди ведь проходят. Я вот состою в многих группах Resident Evil, там, и там пишут люди, там, ищу компаньон для игры на эксперте. Можно без опыта. Если он был прав насчет Симмонса. Я хочу, чтобы ты бежал. Что бы ни произошло. Что-то я потею очень сильно. Или я мокрый, потому что. Фиг знает. Обещай мне. Хорошо. Ну вот видно же. Ну, ну да, ну, конечно. Видно же. Ну видно ведь. Ну. Конечно, побегу я от такой красотки. Ну видно ведь, что... Нет, стой! Агент Беркин, точно, точно, возьмите этих двоих под стражу. Это я забыл. Я слышал, что нападение террористов ваших рук дело, это правда? Хотите сказать об этом уже трубят на всех перекрестках? Отвечайте. Это все во имя Соединенных Штатов и всеобщей безопасности. Вот уж не знаю, как убийство президента может пойти на благо стране. Президент убит? Ну, Леону скажите спасибо. Будь ты проклят, Симмонс. Уничтожить их. Ага. Ну да. Удачи вам, ребята. Опять. Слоу-моушен, как обычно. Да. Не стреляйте. Эти двое нам еще пригодятся. Тебе надо быть осторожней. Ладно, ладно, какой у тебя план, герой? Сможешь добраться до этой двери? А почему бы их всех не перебить? Потому что ты будешь помогать Шерри. Давайте закругляться, у меня есть другие дела. А вы что будете делать? Прикончим Симмонса. Это да. Здесь информация о том, что может остановить К-вирус. Она нужна Симмонсу. Спасибо. Я позвоню в ППО, они смогут его защитить. А теперь пошли. Да, детка, здравствуй, трейлер! Шикарно просто. Дабл пистол. Нет. Ребята, вы так не в тему. Давай, беги. Хорошо. Ты обещал. А, точно, ты обещал. Соврал. Ах ты скотина. Ах ты красавчик. Офигеть, офигеть, разматывают просто как... Джейк! Шерри! Да, детка. Здравствуй, гифка в моем стиме. Джейк! Твою мать. Но она, видишь, она уже понимала, что она не жилец и отдала карту. На, всех перебил. Неужели в этой главе второстепенный персонаж уже умрет? Вы издеваетесь. Опять мы в одиночку пойдем, нет? Да? Конец главы, но мне ее, конечно же, не засчитали. Глава 4 закончена. Прекрасно. Тебе пушку никакую не дали за эту главу? Согласись, вот хорошо, что мы не закончили, да? Это да. Но это было... Положенный мной жетон. Это было круто. 8 смертей, у тебя 4 смерти. Понимаешь, что у нас осталась последняя, пятая глава? Нам ее сегодня надо добить 100 пудов. Я не знаю как. Я знаю.
Ребята, это мы шикарно прокатились, просто проплавали на этом катере. Мне вообще шикарно понравилось. Галина Бланка Бульбуль. Да-да-да. Ну, просто моменты из трейлера нам, короче, этот, YouTube опять скажет, у вас там, короче, авторское право, вы, короче, там взяли из трейлера в игре-то в нашей. Ну, что самое интересное в этой игрушке, мне сейчас было в этой голове, которую мы с тобой записывали. Ну? Это то, что помимо этого рукастого монстра, да, такого стандартного босса, угу, с клешнёй с этой, там был еще такой быстрый, который с пилой такой врезал. А, пепелильщиками я их называю. Блин, какой же он жуткий. Я вообще его тыкал эту кнопку А быстро, чтобы, блин, не получается никак. Это трудно очень. О, медалька крутая. Вы убили врага, используя атаку другого врага. Круто. У тебя, кстати, тоже такая есть. Шикарно. Вот, ну, что могу сказать. Все еще впереди, у нас еще много глав. Ну, у нас еще осталась пятая глава. Да, там там сколько-то, сколько-то подглав, и у нас еще ада впереди, поэтому за декабрь, за декабрь месяц мы попытаемся ее добить, может, даже раньше. Приключений много еще нас ждет, как говорится. Да. Да. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эпик с канала Epic Games, Тимон с канала Digital World. Да, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Всем спасибо, всем пока. Пока.